призов по этому визору, да, по каналу. Вот. И здесь обычно, когда теплая, хорошая погода, сегодня 18 градусов в Мюнхене, хотя и вроде бы середина июня, но тепла нет. Вот, они прыгают с этого плота, здесь они купаются, потом обратно залезают, песни, пиво пьют, ну все как всегда. Вот за этим бело-синим, это понятно, туалет, но чаще всего они даже не заходят в этот туалет, а просто с плота это делают. В Германии с этим просто. Сейчас они пристанут к вон тому месту, это место, где они выходят на берег и немножко посидят в Биргартене, еще попьют пиво. Вот, и потом дальше направиться. Однажды была такая история, я ехала также на велосипеде с мужем, и они увидели меня и начали кричать: «Аусцин! Аусцин!» То есть я должна была снять футболку. Ну, было жарко, что я сняла, они хлопали все радостно и кричали дальше: «Аусцин! Аусцин!» Ну, дальше я не стала раздеваться. Всем привет из Мюнхена!